Всем привет! Сегодня предпоследний день моего пребывания в Питере, и погода подвела. Сегодня особо пешком не походишь, да и с транспорта. Дождь лил полдня, стекла все мокрые, поэтому решил проехаться на новый стадион. Вот Лахта, центр видно, кукурузина это большая. Самое высокое здание будет в Питере. И, собственно, сам стадион. Красивые тут, конечно, виды. Это вот сверху дорога платная, по-моему, скоростная. Памятник российской коррупции, можно сказать. Бухали столько денег в строительство. По-моему, в 7 раз больше, чем изначально было заложено. Но зато ультрасовременный стадион с выдвижным полем, которое уезжает куда-то там вниз. Посмотрим на залив. Недавно завершился чемпионат мира, так вот на играх чемпионата он вроде вмещал 65 тысяч, а вот так вроде меньше вместимость может быть. Высота там что-то около 75 метров, 9 этажей там. Вот это красотища, залив. Вот там порт, морской вокзал. Маяк.
парусом еще кто-то ходит вон там. Виден Исаакиевский собор вот прямо, если смотреть. Там корабли вон, здоровые лайнеры. Красивое место, конечно, без вопросов. Может, тут только что ветрено постоянно, хотя чаша футбольная закрывает хорошо поле, причем крыша там уже тоже раздвижная. То есть его можно тупо закрыть и играть в любую погоду. В дождь, снег. А, аж не взял тряпочку. Вот такой вот стадиончик. Если сделали его на месте старого стадиона имени Кирова, пришлось разобрать полностью громадный, по-моему, 100-тысячный стадион. То есть в России легких путей не ищут. В принципе, не только в России. Так, а это куда путь идет? Ну там еще какая-то спортивная. Кстати, рассеивается чуть-чуть над заливом. Хочу еще на Петровича съездить. Это надо доехать до Василия Островской, там пешком еще, либо пересаживаться. Так, куда же этот путь ведет? Взяли, закрыли такой вид. Интересно, никак нельзя увидеть. Ну, может, и увидели, я так не вижу.
еще вроде бы, говорят, какой-то парк развлечений, вот там право, справа вон там целая. Целая индустрия развлечений. Все в комплексе. Что-то непонятно, часы так, 22 градуса показывают, а время. Копейки звенят в карманах. 16:32, ладно, правильно, то что показалось, что больше показывали. Да, забавно тут было побывать на играх, но сейчас межсезонье, чемпионат мира закончен, а чемпионат России еще не начался, так что. Хотя когда-то за «Зенит» я, в общем-то, болел. Так болел на стадионе, конечно. Хотелось, чтобы московские клубы он потеснил. Билетная касса. Это Сибур-арена, видимо, тут игровые виды спорта. Хотелось сегодня по Фонтанке пройтись. Но в такую погоду, сами понимаете, это лотерея еще та. Пойдем посмотрим, что там за дяденька. Памятник ему. А потом все-таки, наверное, съезжу на Петрович старый добрый, там прогуляюсь. Может где-то туда к Авроре еще сходить можно. Там какие массивы огромные. Еще завтра денек продержалась погода, чтобы успеть. Хотел снять интересный трамвайчик. 16-й. Но дождь помешал. Наверное, стадион Кирова был. Почти как у нас такой. Ворша возле докажи. Дядечка Киров. Ну, стадион снесли, а памятник оставили. Красивый вид Лахта центра. Верхушка уже в облаках низких. Да, представляю. Когда его построят в тот момент.
самого верху работать или жить, что-то там, деловой центр. Я не думаю, что это очень полезно для здоровья. Ну, вот написано, что кратковременные дожди, местами грозы и ливни. То есть завтра ночью, утром слабый туман. Так что завтра, наверное, пешком погулять точно не выйдет. Если только на транспорте как. Большая, конечно, площадь. В принципе, все по делу для такого сооружения. Много входов, секторов. В тот район идет метро, еще станция Беговая. Интересно, в метро мы попадем, надеюсь. Зигзаг такой, что ли, нам делать? Видимо, да, вон там люди идут. Наверное, мы тут не пройдем. Явно. Да, болел за «Зенит» когда-то. До «Газпромовскую» эпоху, так скажем. Да, это была на самом деле народная команда Питера. И болельщики любили ее. Ну, конечно, питерцы и сейчас любят. Просто что... Да, эти большие деньги развратили, мне кажется, игроков, и вообще нету того духа. Да, так что наземным транспортом особо добираться сюда неудобно, насколько я смотрел по карте, только автобусы, и то не там дальше. Тут какой-то проезд, наверное, для автобуса с футболистами, с футболистами. Лахта, конечно, огромная. Сколько там? 400 чем-то метров. Нет, люди там прошли. Я лоханулся, значит. Ну ладно. Пока нет дождя сейчас. Метро и в центр туда, на Петровича. Такой же стадион воды, только почти в три раза меньше.
богатейшей историей. Дорога, кстати, есть, вот как это мостик идет. Народ хочет на фоне кукурузины сфоткаться, а она скрылась в боках. Так бывает. Ну, покажись хоть напоследок. Я близко подошел. Она спряталась. Это парковки, я так понимаю. Или что это? Да, парковки. Многоуровневая. Квадрокоптер бы был еще взлететь, смотреть, там крыша открыта или закрыта. Ну, по идее, открыта, потому что дождей-то не было дома. Газон должен тоже. Хочет влаги. Фонтанки, кстати, ну, можно, в принципе, было ее пройти. Я там как-то шел не раз, но там это, конечно, не Мойка и не Грибоедова. Поменьше достопримечательности, но как вариант можно было пройти. Ну, там тоже километров 5-6 фонтанка. Ну что, все, а не он. Кусочек виден. Башни. Вот такой вот круг почета. Прошли мы с вами. Колокольня с колоколами, которые только ответы, я понимаю, звонят, чтобы тянуться до туда. Ну, вот даже бесплатный Wi-Fi должен быть. Есть или нет, не знаю, но... в метро. Народ куда-то идет, но она идет лахту посмотреть поближе. Да, в метро, я думаю,
туда, наверное, под низ, под мост. Не указательно. Ничего нет. Ладно. Там дорожки нету. Так, ладно, выключусь, пока найду все-таки ход потом. Ветер такой, что боюсь, ничего не будет слышно. Шапку у меня, кепку не сорвал. Но вход в метро, так я так понял, придется все в одном направлении делать. Тут нет входа. Кажется, все для людей. Что, что, да? Да, наверное, буду отключаться. Извините, что затянул так. Ну, интересно было обойти стадион весь. Поэтому так вот получилось длинно. Все, спасибо, до свидания.